Всем привет, ждите меня до самих игр. Сегодня я сделаю новую рубрику, а именно, где буду играть во FNAF игры. Ну, в клоны FNAF. И сейчас мы будем играть в игру под названием 5 ночей с кубом. Йоу, ты чё трясёшься? Йоу, чё случилось? Ладно, новая игра. Я знаю то, что, скорее всего, автор этой игры будет смотреть это видео и даже прокомментирует его. Так что я не знаю, о чем мне говорить. То, что это говно или то, что это шедевр. Не, ну поэтому сразу понятно то, что это шедевр. Все так сойдет автор. Короче, сейчас я вам вкратце объясню, что было в этой ночи. Ну, вообще ничего интересного. Никто на меня не шел. Я ожидал то, что кто-то на меня пойдет, но в итоге я просто сидел один. Я от скуки открывал-закрывал двери, там вот кликал туда-сюда. Ничего такого интересного не было. Ах да, сейчас это видео ускорено в 5 раз. Ну, короче, это ночь один в один, как ночь из FNAF 3. Тоже ни хера не происходит. Ура! Прошел. Ладно, давайте вторую ночь. Первая была скучная, надеюсь, это будет интересно. Короче, для тех, кто не понял, что я сказал, то есть для всех, я объясню. Я сказал то, что первая ночь была неинтересной, надеюсь, вторая будет интересней. Все, я молодец. А потом я был в шоке от того, что квадрат появился там вот. О, главный злодей всей этой серии пришел. О, его напарник. Здесь никого. А зачем тогда надо? Вот это самая главная камера. Во-первых, вот их видно. Во-вторых, это лучше третья камера, поскольку дверь тоже видно. Можно понять, где эти оболтусы. Ну, надо, короче, следить за второй камерой и за 1Б. Вообще должно быть так, но в итоге так. Ну, ладно. А, братаны, не надо кочемучи. Не-не-не. Ну-ка, уходите, разбойники. Мне всего лишь-то... Ой, стоп, в Ютубе нельзя говорить, сколько тебе лет. А то тебя забанят нахер. Ля, они пропали, все, Мэджик, они гастеры, они тоже исчезли. А где красный утурок? Я знаю то, что здесь есть какой-то красный утурок. А, вот, вернулись наши братаны. Наши братаны вернулись, богатыри. Ладно, здесь не надо, наверное, вот эта камера надо. Хотя нам даже камеры не нужны, можно просто поворачиваться и смотреть. О! Все, давай, уходите. Понятно. Короче, две самые главные камеры в этой игре — это вторая и 1Б. Ладно, давайте просто посидим. Ладно, как у кого дела? Хотя... А, все, не надо, все. Мне пофиг, как у вас дела. Ну, очевидно, то, что у вас нормально. Вот, а я прошел вторую ночь. Третья ночь. Надеюсь, будет поинтереснее двух. И посложнее. А, 99, все понял, не усижу в камерах, не-не. Вот, я знаю то, что здесь должен появляться красный утырок. Который самая главная крыса в этой игре вообще. Его ненавидят все, особенно я. Он должен появиться, я знаю. Давай, крыс. Крыс? Вторая камера даже не так важна, как 1Б. Кстати, давайте после того, как я пройду все две части этой игры, я попытаюсь пройти первую часть,
Ну, только с одной камерой. А именно 1Б. Интересный челлендж получится, как по мне. А когда будет? Ну, первая часть, блин, какая-то легкая по сравнению со второй. Ой, спойлеры. Третья ночь, три ночи. Кому чему верить? Через 15 секунд эти чуваки исчезают. Я понял. 4 утра. Все же вот это правильно, а не вот это. О-о! Отсылка! Отсылка! Отсылка на котейку! Вот это отсылка! Вау! Нигде такого никогда не видел. Блин, я отсылку нашел. Отсылка. Вот что бывает, если тебе становится очень скучно. Ты чисто начинаешь искать отсылки во всем. Блин, круто. А, 5 утра. 5 утра. 5 утра! Идите нахер, падлы. А, можно было и не закрывать дверь. Ну ладно, я прилично, я закрываю. Ночь 4. То есть и 4 ночи. Вот здесь должен появляться утырок. Я знаю. Знаю. Ну приди. Хотя стоп. Я же только 3 ночи должен пройти. А, ну ладно. В следующей серии мы пройдем 4, 5, 6 ночь. Ну а на этом все. Адьос, амигос, братаны. Аааа!